Коллеги, добрый день. Наш вебинар посвящен а, релизу 1.30. С нами есть Сергей Полехин. Сергей, привет. Владимир. Всем привет. привет. Слышно, тоже хорошо. А, я Скворцов, Сергей, ведущий аналитик. А, какой у нас план программы на сегодня? А, для начала я проведу примерно 40-минутное такое лайв-демо новой функциональности релиза 1.30 постараюсь вначале рассказать, такой привести сценарный обзор, завязанный на новом функционале по части там отчетности, да, можно ее так назвать, динамической отчетности. А потом отдельно пробегусь по новым фишкам, там, отдельно таблиц, отдельно немножко про ETL, немножко отдельно про админскую панель, да, и все, что связано с администрированием. Потом мы это все закончим. Уделим время отдельно блоку вопросов. Да, примерно на все про все у нас идет, я думаю, час. Да? Вот, ну, Собственно, если никто не против, предлагаю начать. Я пошарю экран. Я покажу вам видный экран. Да, Сереж, появился. Угу. Я покажу вам приложение PIXBI, реализованное на 1.30. Приложение в целом, оно сделано достаточно просто. Модель тут, как вот это мы пока на остров данных не обращаем внимания. Достаточно простая таблица фактов. Снежинка, точнее звезда, да, правильно, звезда. Два справочника по товару и по магазинам, собственно, ну и календарь сгенерируем. Ничего сложного абсолютно. А в чем заключается смысл того сценария, который я хочу показать? А бывают ситуации довольно часто, когда нужно отобразить какие-то метрики, показатели. А они идентичны по своему не то что смыслу, но их можно показывать в одинаковых разрезах на одинаковых визуализациях, то есть они интерпретируются визуально одинаково. А, таких показателей может быть там 3, 5, 10, да, и они, в принципе, зависят от функциональной области, от отраслевой принадлежности, да, у всех компаний они там свои будут. А, в нашем случае я покажу на примере очень банально простом, да, там выручка, прибыль и себестоимость. А, вот сейчас мы видим дэшборд, да, на котором отображается отображается выручка, отображается выручка по площади. Я буду в процессе делать отсылки на какие-то новые вещи, которые у нас появились. Например, вот сразу могу сказать, что у нас появилась новая визуализация 3 map на карты дерева. Я не буду умышленно падать сильно в детали новых визуализаций и рассказывать функционал конкретных новых визуализаций. Там еще у нас хитмап, тепловая карта появилась. У нас будет отдельный, отдельный мероприятие, посвященное визуализациям, которое называется «Пикс красивая». Следите за анонсами. Я думаю, там в течение пары недель это произойдет, где отдельно можно будет посмотреть на доработки и на новую визуализации. Вот. Дальше у нас выручка средний чек и динамика выручки. Какие-то общие такие показатели, чтобы сильно не усложнять. Аналогичная история у нас по прибыли. Визуально идентично, числа Разные, алгоритмы расчета разные, да, это важно. И такая же история с себестоимостью. То есть во всех визуализациях одна и та же мера, соответственно, на разных листах это разные меры. Казалось бы, да, такие показателей может быть 10, и это неудобно для пользователя, неудобный клиентский путь, что нужно прыгать между э, дешбордами, можно забыть там по дороге что-то, поэтому... Ну, так вот, теперь переходим к самому главному. Мы подумали-подумали, ну, не, не мы первые, не мы последние, кто так, так, так делает на самом деле, но тем не менее, почему бы не объединить все эти метрики в безграничном количестве на одном дэшборде и не позволить пользователю управлять ими интерактивно, да, не прыгая между листами, соответственно. Как это сейчас выглядит? Появляется интерфейс управления переменными. Я буду сразу делать отсылки на те компоненты, которые позволяют да, реализовать этот сценарий. То есть первый, Во-первых, ядро всего этого дела – это новая логика работы с переменными. Все, все это движение основано весь интерактив на переменных про именно… Новость этой логики я отдельно чуть позже расскажу, пока просто покажу, как это выглядит. Соответственно, появился интерфейс управления переменными. Вот мы видим показатель период. В данном случае я могу переключаться между показателями. Соответственно, все графики перестраиваются в зависимости от того показателя, который я выбираю. Дополнительные опции э, здесь прикрутил управление периодом внутри меры, да, то есть все, все, весь этот функционал, он меняет алгоритм расчета внутри визуализации. А, соответственно, year to date, last year to date. Ну, на самом деле здесь пространство для маневра безгранично, можно любую логику прикрутить, главное, что появилась такая возможность. За счет чего а, она сделана? Uh, ну, про переменные я сказал. Первым делом это, собственно, сам интерфейс управления переменными. Он выглядит как uh, fx, как функция, да, иконка. Вот, возможно, в будущем она будет другая, но сейчас это так. Называется управление переменной. Он достаточно простой в настройках. Там... По сути, что нас интересует, это только табы, табы настроек, где мы можем выбрать переменные, которые мы хотим управлять. То есть она заранее создана в интерфейсе переменных, там просто текст, неважно. А у нее есть вариант вариации в работе с ней, да, то есть это поле воды input field, там выпадающий список, например, да, но в нашем случае это кнопки. Есть еще слайдер, да, если вы какие числовыми там хотите управлять параметрами. Задается массив значений, которые будут присваиваться перемены через разделитель, который выбираете. Ну, собственно, вот и все. Все достаточно понятно. Как это работает дальше? У нас во всех этих визуализациях одна мера одинаковая. Она называется KPIV2 такое название своеобразное, но не суть. Она везде используется, вся динамика зашита внутри этой меры. Что внутри этой меры? Внутри этой меры описана какая-то функция. И переменные, которые придают ей динамику, они указаны внутри сета-анализа. То есть здесь идет присвоение выбор нужной метрики, то есть как флаг в таблице фактов, и выбор нужного периода как флаг в таблице фактов. То есть тут важный момент, эти флаги, они все предрассчитанные на уровне набора. В данном случае это можно сделать так, можно сделать через ифы, то есть, да, если у вас функция агрегации будет отличаться, и вы хотите использовать разные меры, на, на разных KPI, ну, как бы разных KPI, у вас разные способы агрегации, вообще ну, абсолютно разные способы вычисления. Вы можете положить это все в IF и опираться уже на меры. Прямо в KPI, продажи, то считаем мне там сумму продаж, if L средняя, считаем мне средняя, там и так далее. И это безгранично тут можно а, все это масштабировать. А, что еще здесь придает той самой интерактивности и динамики? Если вы обратите внимание, изменяется и заголовок, да, то есть себестоимость, прибыль, он меняется везде, меняется и подзаголовок, year-to-date, last year-to-date. За счет чего это сделано? Это сделано за счет реализации вычисляемых, вычисляемых заголовков, вот видно вычисляемое значение у заголовка, которое позволяет использовать там меры. Соответственно, мы также можем туда вставить любую переменную, вычисляем какую-то историю. Далее мы добавили такой символ, как амперсант. Я думаю, понятно, что он делает. Это, в принципе, функционал аналогичный там конкату. Он позволяет объединять строковые значения с вычисляемыми и вообще комбинировать это любым способом. Соответственно, в заголовках, под заголовках мы тоже получаем динамику. Это особенно актуально, ну, в принципе, удобнее так воспринимать информацию, да, когда ты понимаешь, что у тебя реально считается в объекте визуализации. Плюс, если вы делаете экспорт, отдельно скажу, что мы добавили экспорт в картинки png, jpg и там, когда вы экспортируете картинку без вот отображения вот этих атрибутов, что экспортировано, какие данные в ней отображаются, ну непонятно. То есть это позволяет это все закрыть. Также дополнительно, если посмотреть на вот этот текст, я наверное, думаю, видно мое выделение, да? То есть здесь написано «по категориям все». Ну, на самом деле там зашит новый функционал такой функции PixMeta, как GetFieldSelection. Сейчас расскажу, что он делает. На текущем примере вот я могу выбрать три категории. У меня сейчас перестроится этот график, и мы увидим, что эти категории сейчас пересчитают. что-то долго соображается. Вот, соответственно, график перестроился, и те категории, которые я применил в выборке, они отображаются, собственно, там, где я им указал отображаться. Как это сделано? Это сделано в подзаголовке, тоже вычисляемый. Здесь у нас указана переменная GFS, сокращенно GetFieldSelection категория. Как она работает? Давайте покажу. Время у нас ограничено, поэтому я так достаточно быстро все это объясняю, но, думаю, в целом все понятно. GetField Selection работает таким образом, что он принимает в себя несколько параметров, аргументов, да, каких можно посмотреть в документации нашей на сайте. Ну, прежде всего, это поле. Uh, который он принимает первым аргументом и возвращает выборку по этому полю, которая соответствует выборке, да, которую пользователь применил. Да, там можно менять разделитель, там и прочий нюанс. Uh, если вот прям чуть, чуть в детали перейти, у меня тут заготовочка есть, вот прям видно, uh, вот есть некий фильтр, uh, основанный uh, на... Uh, какой-то табличкой с KPI-ками, да, вот, и есть таблица, называется GetFieldSelection, которая просто в мере лежит, GetFieldSelection, я просто хочу показать, да, как это работает. Он, собственно, строкой получает то, что вы применяете в фильтре. Здесь может быть несколько значений, я умышленно здесь поставил только одно значение. Для чего? Для того, чтобы рассказать еще о новом функционале. Мы, наконец-таки, научились работать с островами данных, с дата так называемыми, если вот вы обратите внимание, если вы работали с прошлыми версиями системы, вот в таком случае, если у вас был остров данных, который не связан с основной моделью, возникала ошибка, да, там, не помню точно, как она там, связь отсутствует или присутствует там неправильная связь, но, в общем, была какая-то ошибка, которая мешала работать. Теперь ее нет, это первое. Второе, в принципе, можно ссылаться внутри сет-анализа и в переменных на значения полей, которые не связаны с основной моделью, что открывает возможность использовать, скажем так, динамически загружаемые KPI какие-то, да, вот как на этом примере, то есть это Excel, которая содержит в себе там выручку, прибыль, себестоимость. Соответственно, выбирая какой-то KPI, можно через GetField Selection опираться на результат выбранного KPI и на этом построить еще там отдельную логику, да, динамическая работа. Вот. Как отключается уведомление, тоже покажу. Вот такая есть опция. Теперь у нас есть выпадающий список с тумблером об ошибках. Ее можно включить и выключить. Вот при выключении никаких ошибок пользователь а, видеть не будет, которые справа сверху всплывали, и ему их и не надо видеть, он все равно в них не разберется. А, но в режиме редактирования они для разработчика будут отображаться по умолчанию. Ну, соответственно теперь с островами данных можно вполне себе работать так вернемся дальше точнее наоборот обратно на наш динамический сюжет так что еще я бы хотел отдельно отдельно упомянуть смотрите так несколько вещей по удобству работы с интерфейсом опять же если работали раньше системой наверное замечали такую не очень приятную историю, когда вы драг н перетаскиваете визуализацию. Давайте возьмем таблицу. Вы целитесь в какую-то область, а она улетала куда-то вниз в пропасть. Такого больше не будет. Теперь все это, собственно, размещается там, где оно должно разместиться. Собственно, решает много неудобств. Также вот если обратить внимание на кнопку «Сохранить», появилась такая звездочка – которые носят уведомительный характер того, что есть несохраненные изменения какие-то, да, ну вы можете их применить или не применить, там зависит уже от обстоятельств. Была доработка у нас тоже, считаю, очень полезная по поводу алгоритма поиска по числовым значениям. То есть раньше, когда вы вбивали поиск в в фильтре, да, там в колонке, в которой есть числовые значения, поиск происходил как бы в обе стороны, что при работе с числами не очень удобно. А теперь как бы он идет строго вправо и, собственно, оперировать теперь этим гораздо удобнее. а Не так, что у вас двойка где-то после запятой в конце и при этом у вас это число будет отображено. То есть теперь он такой лайк, лайк процент в правую сторону. Из того, что могу еще устно сказать по поводу дешбордов, это дефолтное условное отображение, дефолтный текст. Казалось бы, такая минорная история, но тем не менее тоже нужная. Здесь будет теперь написано условие для вычисления не выполнено. Так, в общем-то, наверное, из основного, что на уровне дэшборда я хотел рассказать здесь, я рассказал. Давайте дальше пойдем немножко Расскажу про новую логику переменных. Это важно, потому что она претерпела такие изменения существенные. И про еще дополнительные функции, которые у нас появились. Видно, да, у меня такие тут таблички простенькие? Хорошо. Смотрите, значит, сейчас, во-первых, вот я выйду специально. У нас появилось, во-первых, переменные теперь обрамлены в скобки раньше это просто был доллар переменная что вызывало определенные трудности теперь они выделены скобками снаружи доллар и появилось два режима ну, вызова расчета два режима работы с этими переменными без равно в начале и с указанием знака равно То есть если сейчас устно расскажу потом покажу на примере если мы вызываем переменную без равно вот как в первом случае слева она Вызывается и обсчитывается по факту вызова внутри объекта. Да? То есть она, если там есть какие-то группировки, она их применяет, то есть она группируется построчно. Фактически это постановка текста. Да? То есть вы можете в эту переменную положить за счет чего вся эта логика работает раньше не работала. Вы можете туда положить агрегирующую функцию, положить ее в переменную, переменную положить куда-то, вызвать ее там, и она нормально посчитается, как будто там эта агрегирующая функция написана без переменных. Соответственно, и второй вариант все равно, это как работало раньше, это некий константный результат, который считается независимо от вызываемого, от места, где его вызывают, он где-то там сбоку посчитался один раз, да, без группировок, и все. Вот на примере таблички ниже видно, у нас есть год, эта категория, и есть одна переменная, которая называется MaxEar, у нее применяется функция max к этому полю год. Соответственно, в первом случае в левой колонке мы используем без равно переменной. Мы видим, что она ну, ожидаемо равна тому году, в разрезе которого она отображается, потому что группировка один к одному, как бы max к одному, он тоже значение возвращает. И справа у нас переменная рассчитана через равно, то есть она посчиталась на, в целом просто на данных на модели, там, зависящие завися от выборки, но никак не зависящие от объектов, которые он вызывается. И тут везде 23-й год, потому что, ну, он максимальный для всех данных, да, то есть некая константная история. Это что касается переменных и новой логики. Еще три новых таких, четыре еще из нул, сейчас отдельно про него скажу, функции тире оператора. Ну, true false – это, скажем так, такие операторы, которые работают без аргументов, они просто возвращают null, no, true или false. Ну, как сценарий применения это, например, возможность. Сейчас покажу меру. Это возможность, например, в set-анализе указать поле не равно null. Да? То есть раньше способа управлять нулом, то есть отсутствием чего-либо, его в принципе не было. Да? Также здесь можно true или false использовать. Ну, сценарий на самом деле можно еще придумывать, но это как самый простой. Дальше, соответственно, функция из которая принимает в себя аргументом поле набора данных и возвращает true или false, в зависимости от того, собственно, что в нее попадает. Как пример. Опять же, можно использовать в ifах. Здесь очень такой самый простой пример. Я пишу из null внутри null. То есть, соответственно, это true. И внутри, if он ее возвращает. Здесь null, да, окей. Опять же, сценарий вы можете сами представить себе, где вы можете это использовать. Дальше мы добавили модификаторы множеств. Пока это такой, понимая, тут кто работал с кликом, наверное, прежде всего, понимая, какие там есть возможности работы с множествами, да, полноценные там пересечения, перемножения и разные комбинации, пока мы сделали такой первый, первый шаг в развитии этой истории, мы добавили возможность оперировать ну, как позволяет принимать множество его изменений пользователю или нет. То есть проще сказать, выборки игнорировать или нет. То есть единичка и доллар. Соответственно, синтаксически она указывается в начале сет-анализа, то есть убрать сет-анализ внутри фигурных скобок. То есть, это некое состояние дефолтное, которое, в принципе, всегда у нас было в системе, тут ничего нового не произошло. А единичка – это игнорирование всех выборок, кроме тех, Которые указаны в сатоанализе. Ну, то есть, это не выборка, это фактически здесь некие истории, которые вы умышленно указываете, а все выборки, которые будут приходить извне пользователям, будут игнорироваться. Но сам довольно часто история. Вы, например, у вас методология расчета какой-то кипяйки, и ничто не должно влиять на алгоритмы ее расчета извне, кроме, например, периода. Да, то есть вы позволяете выбирать период, остальное все сбрасываете. Например, я вот здесь выберу сейчас 2022 год. Uh, у меня число не изменилось 10 миллионов. Видно, что одинаковая функция в первом случае пока 8, здесь 10. Потому что выборка по году не влияет на эту меру. Uh, вот, наверное, здесь я закончу и пойду дальше. Uh, дальше я хотел бы отдельно уделить uh, ваше внимание нововведениям, которые у нас появились в прямых и в сводных таблицах. Их достаточно много. Так, начну, наверное, с прямой таблицы. Это то, что очень, сам понимаю, очень было нужно. Это возможность сортировать прямую таблицу по полю, которого нету в этой таблице. Довольно часто бывает ситуация, что у вас какие-то строковые значения, например, у меня здесь видно, да, year, month, месяц, год, месяц, он строковый, он не отсортируется адекватно, и вам вынужден добавлять отдельно поле, визуализацию какое-то лишнее. Это не очень удобно, соответственно, но мы добавили сортировки, в которые можно положить числовое поле соответствующее, да, тому полю, которое вы хотите отсортировать, и, собственно, оно прекрасно вот по убыванию отсортирует. Далее про интерактивные сортировки, которые пользователь может накликивать. Их может быть очень много, поэтому мы решили большой объект, немножко можно, ну ладно, не суть. Мы решили добавить сюда возможность массового сброса этих сортировок, да, вот у меня их три штуки, и чтобы раньше, чтобы их сбросить, нужно было каждый прокликать несколько раз, ну это совсем неудобно, не user -friendly. Вот такая метелка или швабра. Нажимаете, оно собственно все сбрасывается. Очень удобно и, и понятно. Далее автоматический перенос при сужении столбцов. Они теперь не скрываются, они просто сужаются и, в принципе, понятно, что наименк мы никак не теряем. Так, поехали дальше. Давайте немножко посмотрим на сводные теперь. Прежде всего, конечно, это долгожданное управление размером ячейки. То есть довольно часто история. Вот сейчас прям видно, что столбцы довольно много занимают места. Сейчас как бы критичность этого положения сложно понять. Сейчас я покажу, когда она возникает. Сейчас, минуточку. Так, обычно здесь стоит 180. В общем, мы добавили регулировку ширины столбца, не только столбца, на самом деле, покажу просто на столбце, как самое такое очевидное. Базовая она стоит 180, когда эта ситуация начинает немножко ломать удобство пользования, когда у нас появляется скролл снизу, который не позволяет увидеть цепкули, при том, что достаточно много места свободного. Сейчас я попробую это изобразить. Попробую еще, еще меньше сделать. Вот, видно, да, появился скролл. Казалось бы, зачем он нужен, когда у нас тут место еще, еще на 5 показателей, да, поэтому можно просто взять на уровне разработчика, взять и указать другое базовое значение ширины столбца, минимальное оно 60, да, и, собственно, скролл исчез, все прекрасно поместилось, все счастливы. Дальше, конечно, куда без этого. Ну, во-первых, можно драг-н-дропом теперь менять местами значения категории, ну, в целом, иерархию менять. Также был добавлен, так и верну ее немножко пошире, чтобы удобнее было работать, функционал автоматического разворачивания всех иерархий. Причем он есть как на общем уровне. Так, сейчас я его найду. Не выбрал визуализацию. Раскрыть полностью. Да, вы видим, у нас плюсики вот есть. Я нажимаю «Раскрыть полностью». Все, все раскрылось во все стороны. Если не нужно во все стороны, нужно как-то индивидуально. Можно это сделать через, например, через столбцы. Так не здесь. Сейчас я уже забыл где это. Вот, например, через заголовки строк. Мы сейчас раскроем уровень строк. Это дефолтное состояние, которое устанавливается разработчиком, оно сохраняется для всех пользователей можно раскрывать дальше как бы без проблем те части, которые вы не принудительно не раскрывали. А, ну плюс перенос в заголовках здесь аналогичный тому, что в таблицах это тоже было сделано. Ну из основного, наверное, все. Предлагаю пойти дальше. Немножко про изменения в ETL. Про все не скажу. А скажу про одну такую достаточно полезную и важную, я считаю, историю. Это возможность изменения источника у набора. Бывают такие ситуации, когда у вас есть несколько стендов с данными, или вы делаете там какой-то прототип на ограниченном объеме данных, потому что разработчик не должен видеть все данные там, и так далее. И он делает этот прототип, на, допустим, на каких-то урезанных источниках или на Excel'ях при этом зная заранее, что это приложение потом переедет в какую-то продуктивную среду, ключевой момент, что структура принимающего будущего источника, на который вы замените источник у набора, она должна быть идентична, да, то есть название столбцов, их порядок, там это важное условие. Как это происходит? Вот есть некий набор, мы можем теперь в поле «Источник», «PixBI магазин» указать «PixBI» магазин, например, Prot1, источник переключился у набора, он у вас спросит, сохранить ли примененные преобразования, да, которые были там, например, строку в заголовок, ну, не важно, что угодно. Он все это применил, сохранил, сохраняете набор. Теперь ваш набор живет на другом источнике. Мы можем сейчас зайти в модель данных, собственно, и убедиться, что вот у нас источник изменился на прот 1 В дэшборде ничего не сломалось, он также работает. Что если вы бы создали новый набор, его заменили, у вас бы поломались визуализации по большей части. Теперь этого не происходит. Также мы добавили функцию транспонирования. Это полезно для, по большей части для Excel каких-то, да, сложно структурированных. Ну, Попробую сейчас показать, как она работает. Как у меня там датасет называется? Сейчас. Нет, это не тот. Вспомнил. Сейчас секунду. 30-секундная пауза. Вот, есть KPI. -ки. Допустим, представим, что нам надо их транспонировать. Нажимаем кнопку транспонировать. Они у нас уехали в горизонт. Ну, там, как это применять, я думаю, в целом понятно. Пойдемте дальше. Немножко про уделим время административной панели. Там тоже очень много нового и полезного, в том числе как по части технического функционала, как по части просто удобства работы с системой. Я прям возьму свой список, чтобы ничего не забыть. Так, наверное, начну с удобства интерфейса. Мы унифицировали всю структуру заголовков и столбцов везде добавили, где этого не было. Возможность сортировки, возможность фильтрации поиска. То есть теперь оно как бы интуитивно везде понятно: нет вот этого разрыва, да, когда оно ну, где-то есть, где-то этого нет. Плюс добавили функционал отображаемости столбцов, которые видит пользователь, причем это индивидуально, да, для, для каждого пользователя-администратора настраиваться, да, можно управлять наполнением и скрывать столбцы, которые вам не нужны. Потом был добавлен функционал массы выбора. Можно выбрать всех, можно выбрать несколько. Например, пользователей, чтобы массово что-то изменить. В данном случае, например, можно массово изменить э, группы пользователей, которых вы выбрали, или там деактивировать их массово. Ну, то есть некие, некая история э, массовой э, выборки. А также был добавлен, было добавлено указание типа группы э, в системе, то есть это может быть локальная группа, которая создана в системе, независимо от внешних каталогов. Это может быть там LDAP группа или OpenID группа, смотря с какого импорта коннектора импорта пользователя она прилетает. Тоже можно это фильтровать. А что еще про импорт? Добавили такую важную историю, как регламентное обновление для импорта пользователей. Ну, я думаю, тут все понимают, что я сам этим сталкивался не раз, что каталоги обычно корпоративно, они перегружены, и время, то есть много систем к ним обращается, и тот интервал времени, в который с ним, с этим каталогом можно работать для синхронизации, он очень ограничен. Раньше у нас этой возможности не было. Теперь можно управлять этим интервалом, да, указывать нужное время для обращения к каталогу там, через крон или через какой-то более удобный интерфейс. И настраивать эту историю. А, так, еще хочу сказать про такую доработку достаточно а, большую и сложную, но тут применяемость очень своеобразная, кому-то это будет полезно, возможно. Это а, функционал возможности работы с источником кликхаус от имени пользователя, да, не от туза, а именно от имени пользователя через протокол Kerberos. Если PixBI находится у вас в домене, если ваш пользователь доменный, он через Single Sign-On заходит в систему, у вас есть своя ролевая модель, настроенная в Кликхаусе, и вы не хотите там, ее дублировать в Pix, вы можете использовать такой функционал, вот, видно, тумблер Use Kerberos который будет подхватывать тот тикет, который есть у пользователя, под которым он зашел в систему, да, периодически его обновлять там по мере необходимости во время запросов. И тем самым та ролевая модель, которая у вас реализована на стороне ClickHouse, она будет интерпретироваться пиксом и пользователь ä, не получит никаких лишних доступов, да, к тем, к тем данным, к которым он доступа получить не должен. Uh... Я думаю, все. Наверное, достаточно много информации, так поведал. Не буду утомлять. Я думаю, нам стоит перейти к следующему этапу. Сергей, давай тебе передам слово, поделишься впечатлением от сказанного, и дальше мы, я думаю, перейдем к блоку вопросов наверное, так будет правильно, пока все свежо. Я отдельно просто хочу сказать, что это не весь функционал, да, это основной, основные сценарий. Опять же, смотрите анонс релиза, там про геоаналитику, в принципе, ничего не рассказывали. Да, это у нас там первый подход к снаряду, на самом деле, но уже этот функционал начинает работать, и еще там много всего интересного. Спасибо. Да, Сереж, спасибо огромное за демонстрацию. Я думаю, что было и полезно, и интересно. У нас в этот релиз вошло достаточно большое количество изменений, mm -hmm. в связи с чем мы немножко его задержали относительно привычных сроков выпуска. Вот. Но надеюсь, что все эти дополнения, все эти новшества позволят увеличить количество сценариев и гибкость тех сценариев, которые уже используют заказчики. Поэтому еще раз спасибо. Давайте, наверное, просто перейдем к вопросам. Если есть какие-то вопросы, коллеги, то спрашивайте. Задавайте. Можно прямо в чате писать. Сереж, мне нужна будет тоже твоя помощь для ответов из тех вопросов, которые были заданы. Значения, полученные через GFS, я так понимаю, getField Selection. Можно выдать да -да -да. как переменную фильтр меры или нет? Фильтр меры. Это имеется в виду фильтр -м -м -м, сет анализ. Ну, видимо, в сет анализ. А если это одно значение, то да. Если это большая строка, и вы хотите перечислить да, набор, ну, как, как несколько значений, пока нет, потому что нам нужно научиться парсить эту строку и приводить ее в нужный вид, потому что там нужно кавычки проставить между этими значениями. Пока так не, нельзя сделать. Теоретически это можно сделать через амперсанты, но пока это довольно сложно. А поэтому ответ на ваш вопрос в случае, если это одно значение, если вам нужно выбрать, вот как я показывал, один показатель, какой-то только одно значение, то это будет работать, да. Mm -hmm. Ну и в планах, естественно, у нас расширение функционала по работе с переменными есть, поэтому Естественно, мы это будем дополнять, предоставляя постепенно возможность использовать переменные, ну, фактически, в любых сценариях автоматизации. На, на, на данный момент реализован тот функционал, который показал Сережа. Вопрос. LDAP научился понимать, что в AD пользователи удалили. Ну, насколько я помню, у нас подобный функционал сейчас находится в разработке. Мы говорим о том, что как раз если пользователь... Uh, был синхронизированный его учетная запись из Active Directory, он являлся на основе этого пользователем uh, PixBI, то при его удалении мы фактически будем впоследствии блокировать пользователя. Uh, ну, uh, деактивировать, uh, да. Uh, де деактивировать наши... пользователя. У нас ну, это в следующем уже да. уже в следующем релизе сделано. Да, да, да. Планируем либо добавить подкаталоги в каталоге директорий. Если речь идет о создании иерархии, как таковых директорий, пока такого в планах нет, но поскольку очевидно, что когда мы говорим там, о сложных каких-то иерархиях, всегда возникает вопрос, там, что за этими иерархиями тянуть. Нужно ли тянуть за ними какие-то полномочия на разграничение прав доступа и прочие вещи. Пока такого в планах не было. Вопрос, когда планируется инкрементальный импорт и как он будет реализован. Ну, давайте я в целом отвечу. Он тоже находится в разработке. Насколько я помню, Сереж, подкорректирую, если я не прав, он планируется тоже в следующем релизе. В 31-м, да. Да, да. Идти по инкрементальному обновлению данных мы планируем, опять же, по шагам, создавая сначала принципиальную возможность такого импорта, но не поддерживая там всех сценариев гибкости. Как раз говорит о том, что в текущем сценарии мы рассматриваем возможность использования либо инкрементальный какой-то столбец, который ссылается фактически на уникальность записи, да, автоматически добавляемый инкремент, который, говорит, который позволяет отличать номер этой записи в сравнении с теми, которые были загружены, плюс работа с полем дата, то есть загрузы данные загружаемые начиная с такой-то даты или старше такой-то даты там и так далее или использование совокупности этих столбцов. Дальше, естественно, планируем развивать функционал, который будет позволять описывать любую логику инкрементальной загрузки, вовлекая в эти сценарии анализ содержимого и других каких-то полей, не только этого инкремента. Даты. Но это будет делаться, естественно, постепенно. Когда ожидаются текстовые функции? Они есть в планах. Мы сознательно сейчас не называем каких-то конкретных сроков. Будем, собственно, анонсировать их по мере появления в нашем продукте. Есть ли какие-то обновления в плане улучшения и упрощения синхронизации разработки между Dev-PROD? Uh, уже в текущем релизе у нас сделано существенное усовершенствование усоверши... в плане uh, возможности экспорта uh, аналитических приложений, всех связанных в них сущностей и импорта их uh, на других средах. Мы продолжаем работать с этим. Uh, как раз следующий вопрос: когда при импорте приложений наборы коннекторов будут перезаписываться, не создаваться новые суффиксом 1. На самом деле задачка немножко шире, чем заданный вопрос, потому что э, как раз сценарий, позволяющий принципиальный импорт и экспорт, э, ну, нет, сначала экспорт, потом импорт, реализован сейчас. Он реализован да, в простейшем сценарии, когда мы, э, импортируя ранее экспортированное приложение, ставим задачу не испортить в э, среде, когда приложение импортируется наработки тех пользователей, которые волю случая могли иметь, например, такие же имена приложений, имели такие же имена наборов данных или там источников данных. Поэтому Основная задача, как говорится, не, получи, не получить ситуацию, при которой пользователь, не задумываясь об этом, не сансантированно, перезатрет результаты работы какого-то другого пользователя или свои же собственные. Понятно, что с точки зрения гибкости импорта в планах реализация мастера и сценария, при котором пользователь, импортирующий, ну я так назову, что-то. Да, будет оповещаться мастером о том, что для импортируемых сущностей есть уже подобные сущности. Я почему говорю слово «сущности», я не называю приложение, потому что такими сущностями может быть, например, не только приложение, не только набор данных, но и, в общем-то, другие вещи, связанные с приложением, например, темы, которые являются, например, элементом оформления и для корректного отображения каких-то объектов визуализации, визуализации вполне возможно, что вы хотите не только импортировать само приложение, но и импортировать визуальные настройки, заточенные под конкретный интерфейс этого приложения. Поэтому, по сути, постепенно мы будем выходить на создание мастера, который при попытке импорта будет пользователю, во-первых, отображать, что мы делаем с сущностями, для которых обнаружены уже дубликаты. Либо явном виде давая возможность пользователю принимать ответственность на то, что эти сущности перезатираются, естественно, при наличии прав доступа, да, то есть перезаписываются поверх существующих, либо на их месте создаются, либо эти сущности импортируются, например, с генерацией новых имен, с тем, чтобы пользователь мог выполнить операцию импорта и затем перенастроить взаимосвязи этих сущностей с новыми нами, а либо, соответственно, иметь возможность отказаться от этого импорта. Ну, к примеру, там, если мы говорим, что при экспорте пользователь экспортирует приложение и хочет экспортировать вместе с ним тему, которая влияет на его визуальные настройки, то при, например, импорте может быть как минимум там две ситуации, когда пользователь при импорте приложения ему предлагают еще импортировать и тему, а тема уже подобная была импортирована, или с таким же именем существует другая тема. И пользователь будет иметь возможность просто отказаться от импорта этой темы, с тем, чтобы не перезатирать существующее, предполагая, что импортированное приложение. К нему применится та тема, которая ну, уже есть в среде, куда это приложение было импортировано. Ну, то есть здесь просто степеней гибкости гораздо больше, чем там, можно было бы до сейчас даже словами проговорить. Поэтому очевидно, что сразу мы эти все вещи не сделаем, но у нас есть это понимание, и мы в планах э, имеем эту реализацию. А, будут ли в следующем релизе функции работы со временем? Ну, функции работы со временем тоже точно так же есть у нас в дорожной карте. Я не называю сейчас конкретных сроков и конкретных функций по релизам для того, чтобы не формировать неправильных ожиданий. Собственно, точно так же следите за анонсами, они будут появляться по мере их готовности. Коннектор 1С обещали до конца этого года. Будет или нет? Ответ следующий. Коннектор 1С реализованным в составе продукта до конца этого года не будет. Ответ очень простой. Почему? Потому что все эти задачи, все эти запросы на добавление функционала стандартным образом приоритизируются, и, собственно, запрос на создание коннектора 1С был отложен немножко в сторону в сравнении с запросами на другой функционал, который является на данный момент более существенным. Для тех, кому является существенным загрузка данных из 1С, напомню, и сейчас, и впоследствии могут, до тех пор, пока у нас не появился нативный коннектор, использовать партнерские решения для этого, если речь идет об упрощении для конечного пользователя восприятия данных не в виде таблиц 1С, а в виде... И бегание там, по справочникам 1С, а в виде неких понятных пользователю сущностей на уровнях пользователя. Если же речь идет о загрузке именно исходных данных 1С как табличных данных с готовностью пользователя работать самостоятельно с этими справочниками, ну это функционал, собственно, даже и не требует партнерских решений. Динамическую рассылку по включенному датасету со списком адресов почты можно будет сделать или останется только по заведенным в пик с пользователем? Честно говоря, затрудню сейчас сказать, Сереж, если вспомнишь, есть ли у нас в бэклоге такой запрос? Нет, пока нет, пока с рассылкой там надо отдельно будет поработать. Ну, У нас наверное, статичный, статичный да. набор, там динамики нет, никаких переменных нет. Да, тогда, наверное, поблагодарю Олега за этот вопрос. Ну, собственно, мы включим этот вопрос в собственный бэклог для анализа, просто как идею того, что есть такой запрос. Пытаемся оценить. Планируется ли ввод оператора Switch в PixMeta? Здесь, наверное, нужно пояснение, что хочется от этого оператора увидеть. А это откуда? Это Power BI? Я не знаю, что это за оператор. Я, я лично говоря, тоже затрудняюсь сказать. Нам же важно понять, какую проблему вы им решаете скорее. Не важно, что это за оператор, что он делает, потому что всегда можно другими способами... Если можете чуть-чуть поконкретнее написать, то есть либо мы можем посмотреть описание, что делает параметр switch, кейс. case. Если речь идет о собственно, вариативности путей вычислений, то вы это можете делать с оператором if, если только в этом... Вот. Если речь идет о каких-то других функциях, ну, наверное, нам нужно просто взять на изучение для того, чтобы более точно ответить на этот вопрос. Потому что, собственно, вариативность путей выполнения расчетов, да, самый простой вариант это оператор if, да, если речь идет о каких-то вариациях, да, то это могут быть там кейс, ну, наверное, свечи, я просто затрудню сейчас сказать, что делает точно функция свечи или того, что ожидается от нее в PixMeta в вашем вопросе. К 1.30 есть рекомендации по версии баз данных. Для тех, кто на кликхаусе, какая версия на стенде тестовом? Хороший Сереж, вопрос. Я вот да, задумался. Можешь подсказать? А, ну, на... то, точно не мартовская. Ну. А, по-моему, май. Там, как она там, 24.05, 24, по-моему. На... Да, вот так, такая там версионность. Насколько на я помню, да, мы использовали майскую версию. А кейс точно не хватает. Если можете, детализируйте, в чем не хватает. но ну, собственно, если речь идет еще раз о ветвлении возможных вариантов вычислений тех или иных функций описания, то почему его невозможно заменить на функцию if? Ну, то есть речь идет, да, вот Динар прокомментировал, то есть речь идет, я так понимаю, просто об упрощении формата записи, не столько там о том, что невозможно это сделать, да, сколько вопрос просто, хочется более простой вариант иметь записи, нежели ветление в виде ифов. По коннектору 1С, вопрос приоритетный, либо заплатить вашим партнерам сейчас. Либо дождаться, пока вы сделаете. Вопрос, сколько ждать. Если а, это приоритетно, и вы ориентируетесь на 1С-коннектор на а, появление в течение ближайшего полугода, я бы рекомендовал использовать партнерские решения. То есть на данный момент а, мы не считаем коннектор 1С а, приоритетной разработкой для нас, а, поскольку с точки зрения. Еще раз, возможности загрузить данные из этого источника, существуют обходные пути, и мы пока больше сфокусированы на реализации функционала, который востребован большим количеством заказчиков по именно функционированию продукта внутри, включая его запросы по тех функциям, которые сегодня уже спрашивали. Вложенный if не эстетичен. Ну, давайте так, конечно, хотелось бы все делать сразу и красиво, да? но давайте исходить из прагматичности. Да? Первый обычно вопрос задается, что мы не будем иметь возможность делать, если у нас будут отсутствовать те или иные функции или операторы. Да? И когда мы говорим о... Альтернативе вложенным IF и оператора типа кейс, да, мы не говорим как раз о невозможности реализации того или иного пути. Соответственно, в случае, если будут ресурсы, свободные для реализации не только необходимого функционала, но еще и эстетичности его, да, во всех смыслах этого слова, естественно, эти ресурсы будут выделяться в него. На данный момент, еще раз подчеркну, что реализация ветвлений по вычислению, возможно, оператора миф, да, с точки зрения красоты записи, может быть, это не настолько эстетично, как могло бы выглядеть в виде оператора кейс. На какой платформе по быстродействию лучше устанавливать PixBI? Windows, Linux, Clickhouse, Postgres, SQL? Ну, давайте так. С точки зрения стратегии мы говорим о том, что движком PXBI в качестве внутреннего хранилища является ClickHouse, и он имеет в этом смысле будущее. Поэтому, поскольку ClickHouse работает в среде Linux, да, альтернатив пока у нас нету. ClickHouse не выпускается под Windows. то В любом случае, в среде, с которой вы работаете PxBi, у вас появится Linux, на котором вы будете работать с, как минимум с ClickHouse. Будете ли вы дальше реализовывать установку остальных компонентов PxBi, имеется в виду PxBi сервера? На Windows серверах или на Linux серверах. Ну, нам абсолютно не критично, по быстродействию разницы никакой нет. В общем-то, вопросы: что быстрее Linux или Windows сервера, это вопросы из разряда холиваров, да, в которых мы не участвуем, как практика показывает, корректно настроены операционные системы обоих производителей, там и Linux, и Windows на одном и том же оборудовании, дают сопоставимые характеристики производительности как по процессорам, так и по оперативной памяти, так и по дискам. Поэтому здесь рекомендации о том, что быстродействие работы в Linux или Windows будет лучше, чем в другой операционной системе, они здесь, в общем-то, не имеют смысла. Так, 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 к концу года обещали райдбэк. Подскажите, когда ждать? Значит, смотрите <реклама> да, по <write> райдбэку. <реклама> uh, еще раз подчеркну: опять же, uh, те uh, вещи, которые, которые публикуются в дорожной карте, они не являются uh, обещанием, из которых, uh, не, которые необходимо было бы использовать для принятия решения о закупке продукта поскольку фактически дорожная карта является направлением, описывающим нашу стратегию развития продукта и приоритеты в разработке функционала. Поэтому примительно к райдбеку, возвращаясь к заданному вопросу, ситуация следующая. Один из заказчиков хотел до конца года увидеть райдбек, и мы с ними договорились о создании райдбека в виде прототипа. Где он увидел бы возможность в визуальных объектах непосредственно не бегая между разными инструментами, вносить изменения в те или иные данные. Однако, с точки зрения приоритетов, заказчик до конца года эту приоритетность снял. Поэтому в планах развития райдбэк точно так же у нас существует, но оно будет реализовано чуть позже. Ну и опять же, чтобы было четкое понимание, если есть необходимость взаимодействия по вещам, по согласованию того или иного функционала, который будет появляться в райдбеке или не только райдбеке, мы готовы это обсуждать с заказчиками для того, чтобы более четко понимать, как раз вот критичность того или иного функционала, но подчеркну не абстрактную, а в решении конкретных задач, да, конкретных сценариев, которыми, которые заказчик хочет реализовать. И тогда это нам могло бы помочь правильным образом приоритизировать этот функционал. Что касается writeback, прототипирование, о котором мы говорим, постепенно, опять же, будет дополняться функционалом. Изначально пользователям планируется предоставить возможность вносить изменения в... Те или иные поля данных с тем чтобы эти измененные данные можно было анализировать в соответствии с их исходными данными да и речь идет о том что эти изменения будут сохраняться в таблицах кликхауса да, то есть речь не идет о сохранении а, в каких-либо внешних базах данных внешних каких-то источников а, и дальше уже по мере того как будет изучаться более детально сценарий заказчиков вероятнее всего туда будет добавляться как какие другие источники данных, которые смогут фиксировать эти изменения внутри себя, так и функционал, связанный с обеспечением, ну, назовем это так, совместной работы. Потому что очевидно, что как только мы выходим на сценарии изменений, то всегда возникает вопрос, кто у нас вносят эти изменения, их вносит в единицу времени только пользователь или а, их вносят несколько пользователей. Если а, мы даем возможность пользователям вносить параллельные изменения в одни и те же значения данных, то, очевидно, тут же становится вопрос разрешения конфликтов некий такой, да? То есть вот эта вот вся схематика, естественно, может быть различной. И здесь мы, еще раз подчеркну, а, просто исходя из ограниченности ресурсов, и многообразие задач, стоящих у нас на разработку, будем идти сугубо прагматично. Если мы будем понимать, что можно реализовать для каких-то заказчиков минимально необходимый достаточный функционал, мы будем идти по этому пути, в дальнейшем расширяя его по мере расширения уже требуемого функционала в рамках сценариев заказчика. У нас не стоит задача сделать универсальное расширение на все случаи жизни только лишь ради того, чтобы оно существовало. А, так, что у нас дальше? Коннектор, я так понимаю, сейчас только позволяет загрузить в хранилище PIX, а полноценный коннектор планируется. А, здесь, наверное, требуется уточнение, Олег, а что вы понимаете под полноценным коннектором. А, то есть, если мы говорим о вообще полноценной работе с данными, ну, я, наверное, так забегу немножко вперед, в другую плоскость немножко ответ переведу что когда мы вообще говорим о работе с данными, нужно все четко понимать, что максимальный функционал по работе с данными может быть обеспечен и будет обеспечиваться тогда, когда данные импортируются внутрь PIX, поскольку владение всеми данными здесь и сейчас особенно если речь идет о загрузке данных из разных источников и составлении достаточно сложной модели, позволяет и обеспечивать понятие целостности этих данных. Да, вот мы их всех из разных источников загрузили, значит вот этот суммарный совокупность данных, которые мы загрузили в виде различных таблиц, они обеспечивают целостный некий набор данных, с которым работает пользователь. Если под полноценным коннектором подразумевается возможность работы с данными в режиме прямого доступа, то, в принципе, это уже как бы всеми производителями пройдено, и не только российскими, но и западными в том числе, и мы, очевидно, эти ограничения тоже видим. Мы понимаем, что для сценариев прямого доступа к источникам значительное количество функционала будет либо сложно реализуемо, либо нереализуемо вообще. Поэтому если говорить о перспективности реализации тех или иных сценариев, стоит ориентироваться на то, что для источников с прямым доступом к их, данных, их данным функционал, который вы будете видеть внутри продукта, он всегда либо будет запаздывать, либо будет меньше, чем функционал для тех данных, которые вы импортируете внутрь Pix. Ровно потому, что внутри э, собственного движка, который мы создаем, на основе тех данных, которые у вас есть, и вы понимаете, как их можно и оптимизировать с точки зрения скорости запросов и тех расчетов, которые можно делать на импортированных данных, эти сценарии реализуются гораздо проще, нежели на данных, которые э, неизвестно на запрос будут ли получены, если будут получены, то какие, да, как они будут э, соответствовать тем данным, которые у вас находятся уже в импортированном виде из других источников, ну и так далее. То есть здесь куча как бы, технологических Проблем не связаны столько там с продуктом, сколько с обеспечением вот этой целостности данных, которая непонятно, что вам прилетит в ответ, когда вы это запрашиваете. Последний вопрос все еще очень непрозрачно. Как узнавать про фикса минорные патчи? Где и как получать эту информацию? Но, по большому счету, насколько я помню, Сереж, прокомментируй. Мы выкладываем. Последнюю версию PIXBI, она у нас доступна по ссылке, да? и фактически, да, да, фактически но... обращаясь по этой ссылке, вы можете увидеть ту версию, которая является сейчас последней. Другой тут, вопрос. Наверное, что... да. да, Сергей, извините. Наверное, больше вопрос: mm -hmm. я согласен с этим вопросом про анонсирование mm -hmm. того, что вышла новая версия. Они ну, сейчас это фактически mm -hmm. узнается, просто протыкиванием ссылки и понимают. Да. Да, это первое. А Второе нужно еще публично говорить о том, что-то хотя бы из критичных вещей исправлено. Это действительно этого нет, и это нужно будет нам сделать просто как, как да. факт. Да. Поэтому мы это мы это понимаем. Да, есть так. Да, это, это, это тоже, насколько я помню, взят в проработку. Сейчас мы как раз тоже для себя переосмысливаем способ предоставления, в принципе, доступа к дистрибутивам, да, так, чтобы это, с одной стороны, было логично, практично. Ну, я не раскрою никакого секрета, опять же, там применительно к той ситуации, с которой мы сами столкнулись, и понимаем, что это должно быть реализовано, в частности, с новым релизом, как раз о котором сейчас рассказывал Сережа. Мы понимаем, например, что... То количество доработок, которое в нем сделано, да, оно требует перехода а, на версию 1.30 с последней версии 1.29. Да, то есть не просто с абстрактных там версий 1.27 какой-то там, да, или не с абстрактной версии 1.29, а именно ä, последовательное обновление и заодно здесь присутствующим, те, кто использует предыдущие версии PXBI, хотя это все описано в документации у нас в Release Notes, Я обращаю ваше внимание, что когда планировать будете обновление версии на 1.30, необходимым шагом будет сначала обновление ваших ä, инсталляций до последней версии 1.29 с последним ходфиксом. И уже после этого вторым этапом обновляться на 1.30. И вот в этой тоже задаче мы как раз столкнулись с тем, что по сути пользователям необходимо предоставлять доступ не только к последнему дистрибутиву, в данном случае как 1.30, последнему релизу, который мы выпустили, но и последнему как раз вот тому самому ходфиксу 1.29, который является необходимым требованиям для установки 1.30. Поэтому там, в течение какого-то времени мы переосмыслив, изменим схему доступа к загружению этим вот релизом и hotfix, ну и автоматически, наверное, закроем как раз вопрос того, как они будут анонсироваться. Как минимум, если мы и не будем рассылать там, уведомления по какому-то каналам, почте, телеграмму вот и так далее, как минимум, зайдя на страничку, вы сможете видеть последние версии просто перечисленные в списке, понимая, что вы загружаете, почему они являются последними. <coughs> так, Сереж, ты ответил по поводу редактора выражений. Есть потребность в переносе оперативных запросов а не с хранилища данных, соответственно, нужна прямая работа. Да, Олег, я как раз, ну, видимо, правильно про прочитал ваши мысли, Здесь еще раз просто подчеркну, сейчас ну, мы там, бессмысленно уходить в глубокую техническую дискуссию того, какие ограничения существуют на прямых источниках данных в сравнении с импортированными данными. Поэтому я просто в целом и описал задачу, говоря о том, что да, мы сохраняем нашу приверженность поддержке прямой работы с источниками данных. Фокусируемся, опять же, как-то с открытым забралом рассказываю, почему именно делается, например, для того же кликхауса, а не для Oracle, например. Фокусируемся мы на прямом доступе к тем источникам, по которым у нас есть явные в виде запросы от заказчиков, ну, без которых работать невозможно. В том числе это может быть связано со специфическими сценариями безопасности, да, там, политик безопасности, ну, например, для кликхауса реализованы. У нас работает с протоколом Kerberos, да, когда ролевая модель выстроена там на уровне исходных источников данных а, на кликхаусе внутри у самого заказчика. Вот. Для Oracle пока таких запросов не было. Теоретически это возможно, но еще раз подчеркну, что если у нас будет ставиться вопрос о том, чтобы разработать какой-то функционал, недостающий для нашего продукта, по, например, набору функций расчетных, и будет выбор между тем реализовать его для импортируемых данных или для данных, которые получаются из внешних источников, мы будем выбирать это для импортируемых данных. Ответ очень простой, даже с точки зрения труд-затрат, потому что когда мы данные импортируем к себе, неважно из какого источника мы их импортировали, как только они оказываются в нашем внутреннем хранилище, нам неважно из какого источника они прилетели, мы имеем возможность применения к ним тех расчетных функций, которые мы реализовали на собственном движке и мы оперируем с этими данными, неважно, из какого источника они были взяты. Как только мы говорим о том, что какие-то расчетные функции мы вынуждены выполнять на источниках с прямым доступом, это означает, что мы вынуждены завязываемся на нюансы в реализации этих функций на каждом типе источников с прямым доступом, с которым мы работаем. Ни для кого не секрет, что для, даже там для базового языка транзакты SQL он вроде как все декларирует, что он у всех транзакты SQL, но он транзактов SQL у всех немножко по-своему. Да? И Oracle одна из компаний, которая очень сильно этим славится. Может быть, обоснованно внося там, дополнительные команды, дополнительный синтаксис и изменения в транзакты SQL относительно стандарта транзакты SQL. Но э, по трудозатратам мы все-таки не ставим задачу э, подстраиваться под каждый тип источника. Мы, скорее здесь, за универсальность. Версия PixBI в виде докер образа больше не будет развиваться. Ответ на самом деле следующий. Значит, когда мы говорим о том, что мы предоставляем в рынок тот или иной релиз PIX, PixBI и в том или ином варианте инфраструктурной его установки, я придерживаюсь позиции, что давая возможность заказчикам это инсталлировать и имея это описано в документации, это автоматически означает, что мы поддерживаем эту инсталляцию. С точки зрения поддержки этой инсталляции, это означает, что мы проводим необходимое достаточное тестирование для того, чтобы убеждаться в том, что в этой конфигурации продукт работает, и он сохраняет свою работоспособность между всеми теми релизами, как основными, так и промежуточными, которые мы выпускаем. Соответственно, чем большим наборе конфигураций включая поддержку контейнеров в виде докера, мы делаем, тем больше, ну, собственно, трудозатраты, связанные с выпуском продукта. Поэтому, понимая тех заказчиков, которые которые хотели бы увидеть готовые докер-образы, да еще и управляемые теми или иными средствами управления самими контейнерами. У кого-то это Kubernetes, у кого-то не Kubernetes, там и так далее. Тем не менее, фокус сейчас заключается в том, что мы сконцентрированы на максимально быстром выпуске функционала и расширении функционала самого продукта, а не столько на расширении гибкости вариантов инфраструктурных инсталляций, потому что вы все прекрасно знаете и видите то, с какой скоростью появляются различные дистрибьюторы, будь его Linux различные технологии контейнеризации там и так далее поэтому если у нас будут появляться свободные ресурсы и мы будем видеть что действительно работа с контейнерами позволяет нам столь же прогнозируемо отслеживать работоспособность нашего продукта при этом не просто отслеживать его но и давать рекомендации заказчикам по настройке сред контейнеризации для обеспечения оптимальной производительности, то мы к этому вопросу вернемся. Технически мы, естественно, не запрещаем разворачивать в PIX в контейнерах Docker, но не, с нашей точки зрения на данный момент это не является поддерживаемой нами конфигурацией. Мы просто не тратим на это дополнительные ресурсы, поскольку сейчас запросов именно на развитие функционала PIX BI с точки зрения функционала для потребителя, для конечного пользователя считаем для себя более существенным. Вопрос, имеет ли смысл импортировать данные, существующие DVH на Postgre во внутреннее хранилище в плане производительности? Ответа здесь два. Во-первых, с точки зрения стратегии развития. В ближайшее время мы анонсируем то, что внутренним хранилищем, которое мы планируем развивать, останется ClickHouse, Postgres постепенно выйдет из этого контура. Чуть более точные анонсы у нас появятся позже, пока поддерживается и Postgres, и кликхаус. Но опять же, с точки зрения фокусировки на создании дополнительного функционала, мы ориентируемся именно на кликхаус. Поэтому, если речь идет о том, чтобы обеспечить Работу с внутренним хранилищем с выбором клик между клик и Postgre выбираем клик-хаус, да, в том числе на перспективу. Если речь идет про импорт данных, непосредственно уже Сережа, в общем-то, ответил да, на этот вопрос. С точки зрения самого быстродействия вполне возможно, что клик который у вас развернут там, на каких-то отдельных серверах, может быть, даже обеспечивает большую производительность, чем тот кликхаус, на котором вы развернули PixBI и импортируете туда данные. Но еще раз подчеркну, что здесь важно не только как таковая производительность ответов на запросы, а важно и то, как мы работаем с данными. Когда мы говорим о том, что данные мы импортируем, это означает, что мы можем с этими данными выполнять некие дополнительными оптимизациями внутри структуры нашего собственного хранилища, обеспечивая более высокую скорость обработки запросов. И это делается сейчас, и это будет делать в дальнейшем. Когда мы говорим о том, что мы обращаемся к некому хранилищу, неважно, кликхаус это или не кликхаус, как к некому источнику с прямым доступом, это означает, что мы вынуждены просто подстраиваться под производительность этого внешнего хранилища, и мы на него никак не влияем. Какую производительность он отдает, то и отдает, как говорится. Поэтому и сейчас, и на перспективе, если мы рассматриваем вообще все многообразие сценариев работы с данных, со всем многообразием возможных вычислений и интерактивной работы, работа на импортируемых данных, она является более прогнозируемой, с точки зрения времени отклика и гибкости расчетов, которые можно было бы получить. Мы вроде прошлись по всем вопросам. Сереж, я не пропустил какие-то вопросы у нас в чате? Я думаю, очень детально все проработали. Mm -hmm. Коллеги, еще, может быть, какие-то вопросы, пользуйтесь возможностью, пока у нас есть еще время запланированное. В любом случае, всем активным участникам огромное спасибо, потому что даже если вы не четко формулируете вопрос, может быть, да, для нас это тоже все равно как -то флажочек для пристального внимания, как некая тема, которая волнует заказчиков. Поэтому чем больше будет от вас вопросов, тем, ну, скажем так, мы себя будем чувствовать комфортнее в том смысле, что понимаем, что либо соответствуем ожиданиям рынка по тем, тому функционалу, который пытаемся выпускать, либо, соответственно, есть еще какие-то ожидания, которых мы просто не видели. Поэтому мы всегда открыты к общению, принятию идей, и будем стараться по-прежнему учитывать все то многообразие идей, которые сообщают нам наши заказчики. Сереж, хотим ли мы еще что-то с нашей стороны отдельно сказать, анонсировать на данный момент, поскольку я так понимаю, вопросов пока нет. Ну. Про пикс красивое я уже упомянул, что отдельно про визуализации, которые у нас появились, это тепловая карта, это карта дерева, это доработки там, воронки, в датчиках, сегменты, цвета. Вот это все, это отдельная упаковка отдельного мероприятия. Ну и рад, рад был со всеми повидаться. Да, да. Ну и отдельно я, наверное, дополню тоже твой рассказ, что помимо добавления функционала в объекты визуализации и расширения списка самих объектов визуализации, понятно, что мы отдельно ведем серьезную работу по унификации тех самых объектов визуализации их свойств, так чтобы действительно... Пользователь, помимо всей той гибкости, которую он может делать в настройках объектов визуализации без необходимости кодирования на JavaScript там, и CSS, да, то есть не превращаясь в айтишного разработчика, он, естественно, видел это в унифицированном виде, и максимальное количество свойств, которые он видит там, в одном объекте визуализации, требовало от него минимум времени на изучение, переобучение или понимание того, как подобные же вещи можно настраивать в других объектах визуализации. Это такой отдельный у нас мини-проект которая ведется внутри пикса по унификации, по стандартизации и, естественно, возможности использования этих настроек в виде тем визуализации для создания неких внутрикорпоративных стандартов, оформления внешнего вида тех приложений, в которых вы эти объекты визуализации используете. А, да, коллеги, еще у меня тут свежие новости, свежие анонсы с полей. 5 декабря у нас планируется большая оффлайн конференция которая называется Pix Day. Поэтому следите за анонсами, приходите, всех ждем, кормить будем. И много нового расскажем. В первую очередь, кормите информационно. Информационно, конечно. Да, еще раз тогда хочу поблагодарить тебя, Сереж, за детальный рассказ, детальный показ ну, и тебе. продуктов. Коллеги, всех были рады увидеть на нашем мероприятии, всегда открыты к общению, собственно, через все те каналы и телеграммы, через почту, которые у нас присутствуют по-прежнему. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех за внимание, за вопросы и пожелать всем удачи, всем до новых встреч. Спасибо.